Ах ты, мелкая противная кукла! Так и знала, что в дом ничего нельзя приносить. Ну что, Груш, сколько еще можно ждать? Груша, это первый и последний раз, что я единорог. Да, Настя, надеюсь, последний. Сейчас посмотрим, кто победит, ты или я. Ну что, девочки, Нати, раз, два, три, обруч лови! Я победила! Диана, это уже пятый раз ты побеждаешь. Мне уже надоело. Ну что, девочки, следующий раунд. Ну все, Груша, хватит уже твоих раундов. Мы наигрались. Да, я больше единорогом не буду. С меня хватит. Ладно, девочки, на сегодня уже хватит. Стоп, за окном уже темно. А Барзелла с Даной где? Мы заигрались и забыли за Барзеллу и Дану. Давайте бегом искать их, звонить, где они? Так, девочки, быстрее, где мой телефон? Там лежит. Хорошо. Вот это мы заигрались, даже не заметили. Они ушли в 2 часа дня. Где они? Я не знаю, сейчас буду звонить им. Диан, ну что, отвечают? Гудки идут, но трубку не берут. Блин, Диан, зачем мы их отпустили гулять? Где им нам их теперь искать? Да, и тем более на улице уже темно. Девочки, да не знаю я, где они. Видите, я звоню, они трубку не берут. Ну ничего. О, а вот и пришли. Ничего, сейчас я с ними проведу беседу. Наконец-то пришли. Девочки, вы вообще видели, что на улице уже темно? Я вам во сколько сказала быть дома? Вы почему так поздно пришли? Да, мы как бы за вас переживали. Ага, переживали. Мы тоже заигрались и забыли за них. Диана, мы долго не заигрывались на улице. Это Барзелла, все. Пойдем туда, пойдем сюда, потом... Дана, почему ты на меня все спихуешь? Мы вообще-то обе играли, и нам было весело. Так, все, девочки, никаких разговоров. Раздеваться, кушать и спать. Я пошла, чайник поставлю. А я посмотрю, что на стол. Дана, давай. Барзелла, я не поняла, в чем дело? Давай, давай! А это еще что? Девочки, это еще что? Вы где это нашли? Мы вообще-то играли в снежки и заметили в сугробу вот эту куклу. Да, и она нам очень понравилась. Девочки, эта кукла пойдет в мусор, потому что я вас уже предупреждала, что на улицу ничего не брать, не подбирать и в дом не нести. Диан, пожалуйста, пожалуйста, не надо, она нам так понравилась. Диана, где ты эту куклу взяла? Грушан, это девочки нашли. Такая страшная, где-то я ее уже точно видела. Ладно, девочки, пойдите ее помойте хотя бы, что ли. Ну все, это в первый и последний раз, я все сказала. Давайте, и за стол. Дана, ес! Да, Барзелла, ес! Наконец-то Диана разрешила оставить эту куклу. Ну, такая красивая. Да. Теперь ты будешь жить с нами. Дана, а как мы ее назовем? Давай Джонни. Да, давай. Джонни, пойдем мыть руки? Да, пойдем. Барзелла, можно мыть? Мама. Да, давай. Помыли руки? Молодцы! Все, давайте, вытирайте и за стол. Ну, у вас и жуткая эта кукла. Диана, она нравится. Девочки, за стол. Мы кушать не хотим. Да, мы хотим играть. Да, мы хотим играть. Не поняла. Я что, зря кашу для вас варила? Груша, готова! Фух, ну как всегда. Ладно, наиграются, захотят, прибегут кушать. Груша, давай мы с тобой тогда кашу поедим. О, я не откажусь. Спасибо за компанию. Мы ее вместе нашли. Да, общая, вы и не.
Максик, уходите. Из нашей коляски. А, смотри, какая собачка. Барзелла, ты дома качала. Нет, не там. Барзелла, нужно по очереди. Сначала моя, потом твоя. Но. Барзелла, давай лучше вместе. Да, давай. Джонни, Джонни, засыпай. И давай баю-бай. Джонни, Джонни, баю-бай. Ты скорее засыпай. Барзелла, он вообще не хочет спать. Может, его надо накормить? Барзелла, Джонни хочет кушать. Нет, Дана, Джонни хочет спать. Я тебя не боюсь. Нет, Джонни хочет кушать. Нет, Дана, Джонни хочет спать. Девочки, поиграли и спать. Я здесь вам чистые подушки принесла. А я вам новое полотенце. Девочки, а может, вам теплого молока принести перед сном? Уже спать, так рано, мы еще не наигрались. Девочки, либо спать, либо вы помните, я выкину вашего Джонни. Девочки, так будете вы теплое молоко пить или нет? Нет! Нет! Как хотите. Так, все, я полотенце в ванную. А я постель стелить. О, Груша, молодец! Быстро ты их спать уложила! Да, все, спокойной ночи! Все, дети, спокойной ночи! Спокойной ночи! Ага, спокойной ночи! О, ну что, девочки, по комнатам и спать? Да, завтра много дел. Да, я тоже так очень устала. Все, тогда спокойной ночи! Все, спокойной ночи! Мелкая противная кукла. Так и знала, что в дом ничего нельзя приносить. Ах ты, мелкая противная кукла. Решил мой телефон стащить? Нет, этому не бывать. Ну все, а теперь посиди и подумай над своим поведением. Ну все, посидишь в углу и будешь знать, что чужие вещи трогать нельзя. Тем более воровать телефоны. Ах, вот в чем дело. Так ты решил украсть телефоны всех девочек? Этому не бывать. Вот теперь здесь посиди и подумай над своим поведением. А телефоны больше брать не надо. Я их забираю и отдаю девочкам обратно.